Здравствуйте. Вот знакомый попросил меня отремонтировать такой вот интересный по агрегат. Проигрыватель Universum F2026. Ну вот, попал он у меня уже прямо в таком разобранном виде. Кто-то сильно до меня в нем ковырялся. Потом он лежал где-то на чердаке, сильно грязный. А тут разные отдельные частички от него. Вот такая пластинка непонятно откуда. Будем искать место. Вот такая вот деталь. Ну, это мы знаем откуда. Это от крышки. И целый набор разных тут винтов. В том числе стопорных винтов. А не просто винтов для крепления, что наводит на нехорошие раздумья. К сожалению, на этот агрегат нету сервисной инструкции нигде, и даже вообще никаких намеков на какие-то инструкции нет. Вот такая вот еще в таком состоянии грязная крышка. Вот от этого универсума тоже отдельно лежала. Вот. Что из этого дела получится, я пока не знаю. Если что-то получится, я вам обязательно покажу. Ну, пока могу сказать, что сам по себе аппарат достаточно любопытный. Это кварцевый прямой привод, тангенциальный тонарм. Под маркой Universum выпускалась аппаратура, которая продавалась через фирму Quelli, известную немецкую. Как мне рассказал приятель, этот агрегат был куплен очень давно в Германии. Лежал практически непользованный у его знакомого. Точнее, его отца, его знакомого. Потом, значит, отец у него, к сожалению, умер. Этот агрегат так и валялся заброшенным и даже не распечатанным. По прошествии времени попал к моему приятелю. Вот. И так вроде все работает, но середина наполовину. То есть то работает, то не работает. Поэтому он дал, чтобы я его посмотрел. Но я еще даже не приступал. Наверное, начну сначала с чистки и с проверки всех узлов. Комплектности буду искать, откуда вот взялись стопорные винтики, потому что это не очень приятная затея, когда стопорные винтики отдельно где-то болтаются. Если что-то из этого получится, вы это обязательно увидите.